Славянский базар могут закрыть на несколько месяцев. Управление Роспотребнадзора еще в декабре прошлого года выявило нарушение санитарного законодательства. Тогда поводом для внеплановой проверки послужило обращение Оренбуржца, который обнаружил на прилавке не только продукты, но и насекомых. Результаты проверки сотрудники надзорного ведомства передали в суд. Именно он и должен вынести решение о дальнейшей судьбе рынка. За подобные нарушения рынок может быть закрыт на 90 дней. За это время бизнесменам надлежит навести порядок на рабочих местах. Однако предприниматели не стали дожидаться суда и уже отправили письма с просьбой не кошмарить малый бизнес в СМИ, губернатору и бизнес-омбудсмену.